Есть такие вечера, которые просто невозможно пропустить, потому что они отличаются своим креативом и невероятной атмосферой. Именно такой вечер сегодня удалось посетить Odessa Fashion Channel и мне, его ведущей Анне Боте. Музыкальный клуб «Претория», что на Ланжероновской 26, приглашает вас на сходку в самое логово танго-мафии. Сегодняшняя вечеринка – это формат обычной мелонги аргентинского танго. Это вечер аргентинского танго. Единственное его отличие, что мы решили в этом мероприятии объединить все танго-школы вместе в одном интересном заведении. Спасибо клубу «Претория», что они нас приютили. И идея такая, чтобы дать возможность танцевать всем желающим. Немножко волнуюсь, потому что впервые в Одессе и, в принципе, впервые в Украине у нас будет параллельно работать два диджея. То есть не один, как это традиционно бывает, а параллельно два. А Battle продает, что мы как два диджея по определенным промежуткам, по 4, по 8 мелодий ставим, не ставим известную друг друга, что будет дальше. То есть обмениваемся такими музыкальными выстрелами. Я что-то скомпоновал, какие-то музыкальные композиции, поставил, оно играет. В это время другой диджей имеет возможность слышать и продолжить дальше свою мысль, своей музыкой, своей мелодией, так как он чувствует, видит и слышит. А все зрители будут оценивать это здесь, на танцполе. Ноября 2015 год. Запомните эту дату и отложите все свои дела, ведь именно сегодня авторитеты и дети крупнейших танго-группировок, речи только имена, где стабилизируется пульс спокойствия Одессы, решили совместить свои сердца в ритме танго. А что ждете от сегодняшнего вечера? Ну, я так все-таки думаю, что хороших партнеров, объединения танго-сообщества. Вот. И, в принципе, площадки для экспериментов диджейских. А потому что диджеев достаточно много, у каждого свой стиль. И вот одна из идей, вот диджейский баттл, это очень хорошая идея, потому что она позволяет не по шаблону играть, как часто делают, а вот именно делать как бы тихо-тихо-тихо, солнце. Вот я об этом говорила. А делать плейлист с нуля, то есть когда это вживую строится под тех людей, которые сейчас на танцполе, это куда интереснее. Несколько нетрадиционно, я бы так, наверное, сказал. Вот. А вообще интересно, да, попробовать в таком формате. А почему нетрадиционно? Что отличает ее от обычных? Ну, достаточно много, как бы скажем, людей, мне кажется, не совсем сопричастных к танго. Вот. В этом нетрадиционность. Так это хорошо или плохо? А это всегда с какой стороны посмотреть. Я думаю, что в плане как развития и популяризации танго, то это хорошо. Прийти и окунуться в атмосферу аргентинского танго может каждый. Вас ждет пленительная музыка, страстные пары, вкусная еда, благородные напитки. Подарите себе красивый отдых в музыкальном клубе «Претория».
очень необычно. Я очень рад, что наконец нашлось время и место для объединения всех течений танкового общества Одесса. Я тоже мечтал бы, чтобы давно объединились все эти студии, и у нас было общее пространство, вечеринки и время для отдыха. Вечеринка очень понравилась. И очень понравилось то, что ребята так хорошо подготовились, все так продумано, очень интересно. И плюс очень хорошее место, хорошее время. Нам не хватало вот в воскресенье мелонги и в таком месте, в центре города. Удалось, скажем так, объединить все школы от города Одесса, потому что каждая школа по-своему, бывают приоритеты как бы в музыке, да, в танцевании, в стиле танцевания. Вот. Делали свои мелонги на субботы, там, на воскресенье. А у вас это как раз именно получается тот вариант, что это именно городская. Скажем так, будет общая городская мелонга. И такой день хороший, как воскресенье. Местоположение вообще великолепное, центр города. Соответствуйте моде вместе с клубом «Претория». Каждое воскресенье «Танго-мафия».